Я знаю, что вы все переживали. Юля Чечерина наконец добралась до Степанакерта. Сейчас расскажет, где и как она попала под обстрел, насколько все серьезно было. Юль, действительно, как ты себя сейчас чувствуешь? Все переживают, звонят тысячи людей. Чувствую себя отлично, я цела, не ранена. Где, я не знаю, как называется это место, это какое-то небольшое село, но мы уже пересекли границу, мы уже здесь были, в Карабахе. Вот, ну, это бомбят с беспилотников, бомбили мост, там прям такая дырень, мост, бомбили по старухам, была воздушная тревога, ну, машины остановились, спрятаться было негде, мы прятались под навесиком таким от лавочка закрытая, короче, торговая. И я видела, как прячутся бабули, там дети, ну, это офигеть, конечно, на самом деле. Меня спасла кошка, потому что я увидела, что кошка спокойно сидит, я пошла к кошке, села, и мы вместе с ней сидели. Расскажи, зачем ты приехала, все интересуются, ты что собираешься сделать? Я приехала петь. Юля собирается сейчас петь как раз на передовой для ребят. Естественно, вы будете первыми, кто об этом узнает, увидит. Пожелаю всем удачи. Всем удачи, ура, мы победим.